уже хочется одеть этот меч. Ну, 300 опыта надо. Хватит с меня! Служба не дружба! Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. А, это ты. Первый чужак, который хочет участвовать в скачках смельчаков. Ты же поедешь? Если что, место-то найдется. Поеду, поеду. Может, даже выиграю. Если ты не только болтать умеешь, но и из седла не валишься, кто знает. Люди, раскройте уши! Скачка сейчас начнется! Во славу Великой Матери поедут Быстрый Освальд, Свен Нелюдим и Геральт из Риви! Беритесь за поводья, с готовкой! А потом волной едва драка в заливе не перевернула. По-моему, там упала звезда. Никто не обгонит Быстрого Освальда! Держись от меня подальше, приблуда! Никто не обгонит Быстрого Освальда! Держись от меня подальше, приблуда! Все как ты и говорил. Ты выиграл. И слава твоя, и награда. А если после трех скачек тебе все еще мало побед, остаются великие скачки на Хиндерсфьяле, но там выиграть куда сложнее. Бессонная ночка, а? Thank you.
Признаться, я не думала, что ты выиграешь хотя бы раз. А ты победил трижды и получил право участвовать в великих скачках. Я здесь. Мы можем начать. Будь осторожен. Это великая честь и великая опасность. Время начать великие скачки. Во славу Фреи будут состязаться Геральт из Ривии и победительница прошлого года Астрид по прозвищу Змея. Вперед! Вперед! Мчитесь быстрее ветра и телесните богиню! Пошла! Держись подальше, чужак. С дороги, а то убью. Гонка смельчаков завершилась. Геральт из Ривии опередил Астрид Змею. Белый волк оказался черным конем. Прекрасный забег. Богиня должна быть довольна. Ты же возрадуйся награде. Неплохо, должен заметить. Не знаю, что будет через год, но я попробую приехать. Будут прокляты ваши имена. Море бурно. Защити нас, великая мать. Любовь. Просим тебя, Фрея. Будь она сокровенна. Здравствуй. В чем дело? У меня есть еще пара вопросов о Морквардье. Я пришел за наградой. И ты уверен, что... Моркварк мертв? Даю слово. Если нет, верну деньги. Я поверю твоему слову, ведьмак. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Дай брату моему силы, чтобы меч его был легок, а шея нильфгаардцев открыта. Thank you.
Ты Рюрик? Я слышал, ты был в лодке, на которую напали утопцы. Да. Вместе с Ульфом. Моим двоюродным братом. Мы собирали ловушки для крабов около скал Кьерок. Ульф потянул за веревку. Тяжело ему было. Я уже решил, что там полная клетка, что хороший улов. Тогда что-то рвануло веревку снизу. Всего миг. И Ульф был уже под водой. Я звал его. Раз, другой, третий. Вдруг вода стала красной от крови и разнесся ужасный запах, вроде гнилья, только хуже. Тогда утопцы перевернули лодку. Я и сам не знаю, как доплыл до берега. Должно быть, Фрейя меня хранила. Или чудовища уже наелись. Спасибо за рассказ. Странный дракар мы делаем. Но почти плоский. Ты Туве? Мне сказали, что твоего мужа убили утопцы. Сперва море забрало у меня сына, теперь мужа. Осталась я одна. Вилли, наш сын, не вернулся слова. Муж каждый вечер ходил на скалы Кьерок высматривать его лодку. Я говорила, что ему этим жизни не вернешь. И сам, говорю, сгинешь. Слышал ведь, что там утопцы живут. Только не сиделось ему. Брал он свой старый плащ и шел. Когда он однажды ночью не вернулся, я позвала брата. Мы взяли факелы и отправились его искать. Мюрдья, блин, утопцы так его изранили, что я только по этому плащу его и узнала. Я знаю, что это небольшое утешение, но обещаю, что ваша беда с утопцами скоро закончится. Будь здорова. Очередная жертва. Этот смрад. Точно утопцы. Где-то рядом их логово. Yeah.
нехорошо. Ил, падаль. Ну теперь-то мы по 4 можем пить отвара. Человеческие кости не сломаны, но мозг высосан. Для этого нужен тонкий длинный язык. О, еще удобство.
но, кажется, не утопца. Синяки на шее, раздавленная гортань задушили. Таз, следы когтей, длинных и широких. Почти нетронутые, припрятаны на потом. Утопцы так не делают. Синяки на шее, раздавленная гортань задушили. Почти нетронутые, припрятаны на потом. Утопцы так не делают. Обломки лодки, порванные паруса, канаты. Можно сказать, морская декорация. Этот смрад, следы на телах. Это должно быть логово водной бабы. У них тонкий нюх, она не вернется, пока я здесь. Хотя, если она терпит утопцев, может, достаточно будет сделать вытяжку из их желез, чтобы замаскировать мой запах. Должно хватить. Остается где-нибудь спрятаться и подождать за теми шлюпками.
Интересно. Куда лезешь? У тебя есть невеста? Работа сделана, а вот доказательства. А на что мне голова дьявол? Это что за дьявол? Водная баба, старая хитрая особь. Это она источник всех ваших бед. Я много мерзости в сетях находил. Мурены, миноги, скаты. Возьми свою награду. Ты заслужил. Мне причитается больше. Водная баба гораздо опаснее утопцев. Да я и не возражаю. Только мой кошель не бездонный. Море тоже. Кто знает, что еще из него выползет. Может, тебе снова понадобятся мои услуги. Я не подставляю шею за тех, кто жалеет награды. Значит, вымогаешь взятку. На, возьми все, что у меня есть.
Значит, вернул? С удовольствием взгляну на товары. Будь здоров. Мечи за спиной. Я за тобой слежу. Моей маленькой Морген завтра тебя ждет.
Ну что, паскуда? Значит, сюда. Будь здоров. Ты не уважаешь наших. Лучшее оружие ни к чему, если... Интересуешь?
Будь здоров. В общем, защищаться мы будем с помощью вот этой мутации. Самая крутая, мне кажется. Целых 45%. Ну это, конечно, если адреналин есть. Но это увеличивает урон. Если взять, допустим, еще интоксикации 30, то будет вообще 5 отваров можно пить. А учитывая тот трофей, вот тут уже 25%. Ну да, это как 4 очка в алхимии. Thank you.
Милости про... Чем это у вас... Спасибо, что уделил мне минуту.